Привет, друзья! У нас 9 числа в 20 часов необыкновенный вебинар. Полезный, интересный, очень такой мощный. И поэтому сейчас я ищу, как оплатить Zoom из другой страны. Потому что из России Zoom не оплачивается. Поэтому, если кто может, мне напишите в Telegram или в WhatsApp. 30 евро, что можете оплатить, мы оплатим Zoom, а потом взамен я вам пришлю эти деньги или сделаем дважды вход бесплатный в вебинар, на этот и на следующие два раза. Так что смотрите, друзья, таким образом друг друга поддерживаем, потому что если вы поддержите 30 евро, ну срочно, поэтому это нужно быстро сегодня. Напишите, еще раз повторяю, в Telegram, кто не подписан, там подпишитесь, и в WhatsApp напишите, для Zoom, для вебинара, да, и там мы определимся, как вам вернуть эти деньги, и сделать дважды бесплатный вход на вебинар. Я повторил несколько раз, чтобы было понятно. Да, ну это здорово. Дело в том, что я-то собирался сегодня вам рассказать, что у нас в Москве снег пошел, а у меня в голове сразу легче стало, и я сразу понял, что и вас надо научить правильно понимать, на что реагирует внутричерепное давление, и сказать, какой это тончайший регулятор вашего настроения. Поэтому второй вопрос к вам. Пишите сейчас, помимо Zoom, пишите еще. Вы замечали о том, как на человека влияет внутричерепное его давление? Может быть, на детей, когда вы были маленькими, или на ваших детей, или на вас лично, внутричерепное давление. А я вам на следующем выпуске и на вебинаре раскрою секрет, как регулировать внутричерепное давление. До встречи!